Класс. Поехали до дома. У меня всегда была мечта понюхать цветы лаванды. Вы представляете, здесь их очень много. Смотрю на них, и я счастлива. А когда нюхаю, вообще улетаю. Вот эфирное масло лаванды точно так же пахнет. Приняла дозу успокоительного. Можно дальше жить. Продолжаем изучать Геленджик. Нас друзья привезли в молодежный парк. Сказали, что здесь очень красиво. Посмотрим. Вечера. Мы сейчас вдвоем с Танюшей поехали гулять по ночному Геленджику, по набережной. Но самое интересное то, что первый раз в жизни, вообще, ну не в жизни, а первый раз в нашей семейной жизни мы куда-то вдвоем отправились. Ну, когда дети появились. То есть мы все время, когда вот куда-то путешествуем с детьми, то мы всегда их берем с собой, и редко мы когда кому-то оставляли, вот. А здесь вот сами друзья, у кого мы ночуем, предложили нам, вот, не хотите ли вы вдвоем, ну, в Геленджик пойти погулять, а мы с вашими детьми побудем, они там заснут, да. И так далее. Мы такие думаем, да нет, конечно же, что, неудобно как-то. Мы, конечно же, согласились. Нет, ты так сказал сначала. Не хотел злоупотреблять гостеприимством. Не, ну на самом деле мы так отправлялись там в кино, куда-то погулять. Но вот именно на вечернюю прогулку, ночную, по набережной морю. Вот то, что врач прописал. Все, пойдем гулять. Пойдем. Друзья, вот ходим мы по Геленджику и аж не верится. Не от того, что здесь, конечно, да, здорово, красиво, но от того, что мы вдвоем первый раз куда-то так вырвались надолго. Я сейчас поняла, что мы не вдвоем, а вместе с нашими зрителями. Ну да. Так что долго снимать тоже не будем, конечно, мы хотим отдыхать ведь. Мы, когда гуляли по набережной, мы прошли только пол набережной Геленджика, а сейчас будем гулять по оставшейся. Чуть-чуть покажем все-таки, да. Вот мы сейчас гуляем по набережной и видим там вот вдалеке горы, но их не видно. Но видно то, что на горе, вон там, видите, крест. Прямо как будто в воздухе. Похоже на 1% того, что будет происходить когда-то в будущем. Приехали на одну достопримечательность, которая называется Олимп. Да, это гора. Очень интересно, здесь много чего интересного. Контактный зоопарк, океанариум, наверху колесо обозрения, где можно полюбоваться на виды Геленджика. Всем рекомендуем. Самое классное, что покупаешь билет в вход сюда, и в этот билет уже все входит, все развлечения, которые здесь есть. Да, это очень круто. Выгодно. Thank you.
кажется, что побережье здесь в форме подковы. Счастливый город, типа, да? У нас на свадьбе один друг подарил нам подкову, но он сказал такую мысль, что счастье зависит не от счастливой подковы, а когда ты подкову кое-куда прибьешь и будешь пахать, как лошадь. Олимп парк, и хотим сказать, друзья, если вы будете здесь с семьей, с детьми, то обязательно, обязательно посетите. Дети наши просто в восторге. Да, да, новинчик? Да? Да, дети. Сейчас будем возле моря подъехать. Итак, наступил новый день, и мы сейчас приехали в одно очень крутое место, Геленджикский аквапарк. Он самый большой в России. Ну, по крайней мере, так позиционируют они себя. Ну что ж, посмотрим. Там площадь 15 гектаров, что ли? Да, да, 15 гектаров. Так что, походу, мы тут надолго. Это, я смотрю, у нас эксклюзивный видеоблог, правильно? Обнимаем камеру за ответственного, не стесняйся. Ну что, ребятушки, фоточку в рамочку запилим вам красивую на паспорт. Как YouTube-канал называется? Илюшина Танюша. Ребятушки, передаю привет подписчикам канала Илюшина Танюша. Спасибо. Шикарно, нам очень понравилось, мы почти на всех горках покатались, но хочу сказать, здесь один минус для блогеров, как нас. Нельзя камеру брать с собой в горку. А так, хочу сказать, друзья, обязательно приезжайте сюда, просто шикарно. Не описать одним словом даже. Thank you.
После палящего солнца мы решили вечерком прогуляться по Андреевскому парку. Здесь тоже очень красиво, и Геленджик не перестает удивлять. Думаешь, ну парк и парк, что там такого интересного? А этот по-своему особенный, по-своему красивый. А какие-то здесь такие холмики, ступеньки. Здесь все продумано для отдыха с детьми. То есть детей есть куда сплавить и самим отдохнуть немножко. Да. Почти. Апостол Андрей Первозванный, первый призванный Иисусом Христом ученик, проповедовал христианство в городах Малой Азии, Грузии, на территориях южного и восточного побережья Черного моря, Северного Причерноморья и по берегам рек Днепра и Дуная. Умер в 62 году мученической смертью в городе Патры, Греция, будучи распят на косом кресте такой формы. Но здесь у него другой крест. Да, конечно. Надо же, а? Сразу песню вспомнил. С причала рыбачил апостол Андрей, да? Да-да-да. Кстати, хорошая песня. А мы снова приехали на центральный рынок. Уж очень нам здесь понравилось. Хотим закупиться уже заранее в дорогу, сувенирчиков купить. Я уже тут смотрю. Можно на подарочек всякие приправки такие купить. В общем, приезжайте на центральный рынок. Отсюда уйти. Есть мне маленький черный контейнера. Решили снова приехать в Андреевский парк, пока светло, немножко полюбоваться этими красотами, и мы сюда приехали петь. Да, сзади мини-гитара и еще кое-что. Чуть увидите позже. Позже чуть увидите. Ну, в общем. Позже увидите. Да. Город в Краснодарском крае, море и садами славен, отдыхом, туризмом он живет. Строит он дома большие, процветает в медицине, пищи комбинатами бога. Скоро лет всем нам твердили, счастье только в изобилии, но на сердце тяжкий грех лежит. И никто не отвернется, отвечать нам всем придется, перед Богом скоро час пробьет. Преклони колени перед Богом, дай ответ. Для тебя дошло святое слово, боль сердец. Услышь, Отец, день и ночь взывают Господу, моля. Уже какими добиваетесь? В общем, мы сейчас идем по тропе здоровья. Здесь вот такие булыжники, как вы видели. И по ним нужно ходить босиком. Ай, шишка! Это, знаете, это как будто вот ты наелся где-то и еле-еле ходишь. Хотя бы один осилить. Рекомендуют минимум 5. Тогда вот после этого чуть выше пепла. Надо, знаете, с вами как-то вот куда-то на водопады сходить. Там таких камней, о, сколько. Я вам помню, что я Детки, у нас перекус пришел. Легенький. Шел домой барашек белый, и на мостике горбатом повстречался с черным братом белым. Hey!
внимание. Вот кто заскучал. Друзья, мы встали в 5:30, даже раньше, для того, чтобы поехать на море утром, когда рассвет и когда воздух еще холодный, меньше 20 градусов. Проверим море в эту погоду. Посмотрим, какая чистая вода на морских обитателей, пока их еще не взбаламутили люди. В общем, отдых по-интровертски. Какая вода чистая, вау! Ну, такая теплая вода! Зарядка. Поехали? Давай. 3-4. Ну как? Классно! Вода вообще теплая. Да? Горяч! Вернулись мы с утреннего моря. Приезжаем, а дети еще спят. С ними осталась Дарина, но не пришлось к ней приходить, потому что они спали. Мы сегодня 2 раза были на пляже, рано утром, до обеда, и хотели еще вечером приехать, и уже детям сказали, что вечером будет опять море, но дружно все заснули и не могли никак проснуться. Вот все-таки отдых тоже такой утомительный бывает. Устаем отдыхать. Да. А сейчас мы приехали на набережную. В прошлый раз мы приезжали 2 раза, было темно, а сейчас еще светло. Вот посмотрим, какая здесь обстановка. Проведем время с семьей. Мы предпоследний день уже находимся в Геленджике, и именно этот день у нас впервые пасмурный. Да, и тем не менее мы все равно решили встать рано, пришли на пляж, немножко окунулись. И знаете, вот мы сейчас одни находимся на пляже, вообще никого нету. Вот что с этой стороны, что с той. И, наверное, вот так символично мы хотим немножко вкратце рассказать про свои впечатления от Геленджика, от этого отдыха. И хотим сказать, что мы прям влюбились в это место. Да, кстати, мы когда ехали сюда на поезде, с нами ехали попутчики, которые сюда уже не знаю какой раз едут, и они нам сказали: Геленджик вам обязательно оставит впечатление о себе, вы точно влюбитесь. И так произошло. И вообще нам очень сильно повезло, потому что обычно в июне вода не теплая. Не в нашем случае. Мы приехали вот 6 июня, но вода вот с первых дней вот и по сегодняшний день, кстати, еще теплее стало, да, потом. Но все время было теплое, и плюс меньше народа, потому что обычно сюда толпа людей приезжает в июле, в августе. Да, а еще плюс в том, что поскольку мало людей,
еще мало инфекций, болезней. Говорят, что июль-август это просто все лежат, каждый второй с ротовирусной инфекцией. Обязательно кто-то переболеет. Мы, вот, слава богу, все у нас хорошо. Мы, конечно же, еще принимали сорбенты на всякий случай. Это, кстати, лайфхак для тех, кто приезжает с детьми в июле, в августе, да даже в июне. Мы просто купили полисорб. Это не реклама, но, может быть, тоже сыграло свою роль. А еще мы, конечно, молились. Да. В общем, в этом году в июне вода теплая. Вообще люблю пархатные сезоны за то, что меньше народа, и все-таки вода бывает теплой. Да. Ну да, кстати, вот мы приходим на один пляж, и тут даже днем, ну, есть люди, но не так вот, как на центральном, некуда лечь. Нам сказали друзья, у которых мы остановились, что потом все будет заполонено. В три раза больше. Да, так что в этом плане тоже супер. Мы всегда в одном и том же месте практически останавливаемся на пляже и возле моря, прям на берегу. Ну, еще с погодой повезло, потому что в июне обычно бывают дожди, ну, где-то плюс-минус 5 дней в этом месяце, но мы ни разу не застали дождь. Вот ну только, и сегодня обещают. Только конечно. Сегодня, да, единственный первый день, когда обещают. А мы все равно уже уезжаем. Большую часть времени мы уже позагорали, слава богу. Я надеюсь, что сегодня дождик нам тоже не сильно помешает. Ну да. Еще немножко попросим вас потерпеть наши говорящие головы. Но вот вкратце хотим сказать вообще про Геленджик, что этот город очень маленький, но здесь есть все, вся инфраструктура, особенно для семей с детьми. Да. Хочешь активный отдых, хочешь спокойный. Ну, в общем, классное место. Оно и спокойное, и оживленное одновременно. Мы пока здесь находились, несколько дней гуляли по набережной и прошли ее всю, от начала до самого конца. И виды, конечно, потрясающие. Интересно все расположено. Тут бухта такая небольшая, в которой мы плавали. В общем, впечатлений много. Это, конечно, еще не конец влога, но хотим уже заранее поблагодарить наших друзей, которые предоставили нам ночлег, а также транспорт. Да, все это время мы ездили на машине. И, кстати, после семерки так удобно было ездить на этой машине, что, думаем, надо такую себе тоже. Ну, кстати говоря, я не представляю, если бы мы были без машины, как бы мы отдыхали. Мне кажется, это было бы очень сложно, мы бы не посетили столько мест, где мы были. А в маршрутках трястись в такую жару, это не очень-то перспектива. Такси дороговато. Ну да, так что спасибо вам большое еще раз. Илья и Дина. Я собираю лаванду. Танюшенька тут на днях сорвала несколько веточек лаванды и заварила чай. Это настолько вкусно. Мы решили набрать лаванды с собой. Ну вот, друзья, завтра мы уезжаем, поэтому у нас уже начались сборы. Загрузили тут несколько банок меда, чучхела и так далее. Ну, перед тем, как дальше продолжить сборы, мы ненадолго хотим съездить с детьми на море, скажем так, чтобы они последний раз поплавали в этом году. Возможно. Скорее всего. Единственное, на улице очень ветрено, но я думаю, что это не должно нам помешать. Также мы набрали в дорогу обратную еду себе, потому что мы будем сутки в поезде. Не хочется уезжать отсюда. Эх. Давай!
заказу именно в последний день волны появились. Да такие! Шикарно! И солнце выглянуло, да? Ага. Друзья, гештальт закрыт. Мы довольны, встретили большие волны. Дети в восторге, они на всю жизнь запомнят этот отпуск. Да, попрощались с морем как следует. Эй, ты серьезно? Дошло до сюда. Реально. У нас появилось на одну сумку больше. Это все из-за презентов, которые мы везем родным. Все, пока, ребят. Все, давайте, давайте. Прошло уже почти 2 недели, как мы вернулись с отпуска. Да, время очень быстро летит, что на отдыхе быстро пролетело, и сейчас тоже. А у нас здесь жизнь продолжается. Да, мы сейчас находимся в таком лесу интересном, сзади нас палатки. Об этом будет у нас отдельное видео, но хотим немножко сказать, вот подытожить свои впечатления про Геленджик. Конечно, мы в восторге, это очень слабо сказано. Нам очень понравился сам город, какой он интересный, что там все есть, и с детьми отдых, все-все-все. И, конечно же, атмосфера в кругу наших друзей, она была замечательной. Место, где мы жили в горах, все. Но настолько нам все понравилось, что да, мы в восторге. Я только добавлю, что если бы мы отдыхали вообще одни, без друзей, вот просто, да, вот, то вот эти 10 дней нам было бы вот так достаточно, да. Мы бы устали отдыхать. Но из-за того, что у нас было и общение, и активный отдых, нам этого было мало, не хватило, прям вот. Но, как говорится, лучше не доесть, чем переесть, так что будем планировать... в следующем году. Да. Ну, а мы надеемся, вам понравился наш отпуск, как мы провели время. Если это так, то знаете, что делать. Ну, а мы сейчас будем здесь трудиться, но, как мы говорили, об этом вы узнаете... в следующем влоге. Пока! Пока!